Всем привет! Сегодня у Даши ярмарка в школе. Вот Даша пошла в школу, а мы придем на 12 часов. Мы купили вот такие вот, смотрите, два вида пирожен, ну типа тортиков. Вот. И вот такого красавца попугая понесем. Да? Он, я взяла в Лены его. У нас будет там стол, получается, в пиратском стиле. Вот таком. Ну, собственно говоря, вы сами все это увидите. На что, Костя? Да. И тебя так глаз на этот за один закрыт, да? Будет вообще прикольно. Вот так, да. Слушай, классно. Ну что, будем сейчас складывать их. Поместили мы это все уже в пакет с Костей. Ну, вы знаете, можно было делать или вареники, или там какие-то печенья печь, еще чего-то. Ну, то есть, у меня, честно, на это времени особо не было. Вот, поэтому мы просто поехали, купили свежее и вкусное. Пускай детки там покупают на этой ярмарке. Так, ну вот уже к школе приближают. А тут какой-то кот. Школьный кот. Рыжий кот. Школьный кот. Рыжий кот. Ярмарка уже начинается. А Дашку где-то не видно. Здрасте. Такие столы тут. А вот стол красивый. Пойду Дашу поищу. А Дашу не видели? Дарью, Дашу. Добро. А вы трудовая? Даша, смотри, что я принес. Все, сейчас я сойду и выйду. Сейчас я сойду и выйду сюда. Хорошо. А давай пакет пока, Даша. Давай пакет. Нет. Нет? Идет подготовка. Марина сказала, корабля такого принесли. Детям попугай понравился. Понравился, да? Не, ну продается. Таким продавать. Короче, я ухожу на прогулку, а это не главное не прикольно. Так, ну уже столы все готовы. По-моему, у нас самый креативный стол.
Уже покупатели там он как все смотрит. Положи в карман. Пап, а. Суби Божий. Тут еще подписчики вот есть. Это моя одноклассница. Да? Ну ладно, я пошел. Пока. 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 Кипиш вообще, реально базар. Это вообще народа тьма тьмущая. Шум, гам, голова вот такая, короче, вот такие она. Зато все счастливы. А я сейчас дома жарю котлетки. Я не пошла на этот, на ярмарку к Даше, потому как не очень хорошо себя чувствую. У меня, не понимаю почему, но очень сильно кружится голова. Не знаю, с чем это связано. В принципе, ничего не болит, но вот голова сильно кружится. Поэтому я не сходила, но все равно сейчас села за монтаж этого влога. И все увидела. Очень красивый стол был. Очень красивый стол. Мне очень он понравился. Молодцы такие вообще. Это, мне позвонили, короче, по работе. Сейчас побегу, теперь это съем. Съешь. Слушай, понедельник выходной? Понедельник должен быть выходной день? Я не знаю, что праздник. Ну да, понедельник это ж день мужчин этот. Типа как 8 марта. Ну что же еще? Ну его ж перенесли. Ну вот видите, почему Костя не знает. Просто дело в том, что у него 2 числа этот праздник. Не, уже 20-го, или его перенесли? Ну, перенесли вроде бы. А, я не знаю. Ой, я не
знаю. Что-то вообще так голова кружится, я прям не могу, Костя. Ну, пить таблетку. Я уже пью. Хорошо, я побежал. Ну, окей. И давай. Скоро приедем. Пока.